Рыба-брызгун может жить и в пресной, и в соленой воде. Она может быть найдена в мангровых болотах. Обычно она плавает стаями от 3 штук и более. Эта рыба происходит из Индии, Юго-Восточной Азии и Австралии. Ее научное название – Taxotes jaculatrix. Средняя длина тела – 30-40 сантиметров. Она может жить до 6, даже до 10 лет. Эта рыба известна своей способностью стрелять в насекомых, плюя струйкой воды изо рта. Набрав воду через жабры, рыба выстреливает ею через своеобразную трубку, образовавшуюся между языком и небом. Пара зорких глаз позволяет рыбе точно прицеливаться. Однако случается, брызгунам приходится участвовать в соревнованиях, чтобы получить подстреленную добычу. Кроме того, рыбы могут выпрыгивать, чтобы поймать добычу.